Всем привет! Вы на канале Мотосибирь. Сегодня у нас небольшое коротенькое видео, посвященное мотоциклу, который получил новую линейку моторов. И самый долгожданный, наверное, из всех моторов, как ни крути, это 172 мотор. Много кто хотел небольшой, компактный, легкий мотоцикл, дорожник, но чуть-чуть помощнее, чуть-чуть побольше скорости, чуть-чуть больше драйва, немножко порезвее, немножко поинтересней в плане динамики. И это непосредственно одна из моделей, которая очень долго существует на рынке, уже 10 лет, но пользуется спросом по тем или иным причинам. Это VR1 с 250-кубовым мотором, 172-м. Вот он, знаменитый Zonshin. Мотоцикл достаточно легкий, чуть больше 100 килограмм весит, там 110. Очень интересная, удобная посадка, два сидячих места, разделенка, второй пассажир сидит выше, первый пассажир сидит ниже. Очень удобно для среднего роста или чуть ниже среднего роста. Особенно те люди, которые имеют проблемы с покупкой мотоцикла с ростом чуть больше 160, я думаю, для них это будет очень хорошим вариантом. Мотоцикл унифицировали, сделали его максимально для того, чтобы можно было передвигаться абсолютно по различным дорогам, в том числе и по не очень хорошей местности, в плане того, что сделали такие внедрения, как увеличенный зазор переднего крыла, установили внедорожную шину, которая может передвигаться по грунту, по песку, по траве. Не сказать, что это какой-то там внедорожник, это стрит по существу, но при любой необходимости можно съехать с асфальта и немножко прокатиться по пересеченной местности. Хотя он изначально не был сделан именно для этого. Но так как мы живем в России, нам нужны более широкие возможности, и в связи с этим было принято решение немножко дать ему возможность передвигаться по пересеченной местности. Раньше шина устанавливалась только дорожная направленная, и по пересеченной местности передвигаться на нем просто невозможно. Там человек захотел съехать куда-то по грибы, по ягоды, или доехать до там реки, что-то подобное, и очень было сложно сделать на гладкой шине. Сейчас такая возможность есть. А также было низко расположено крыло, и если где-то чуть-чуть грязь и все остальное, забивало, и вплоть до отрывания переднего крыла от креплений, такие вещи происходили. Также жаловались на задние амортизаторы, что когда вдвоем передвигались, не хватало возможности заднего аморта, и в связи с этим установили более обновленные аморты с двумя пружинами, с внутренней более мягкой пружиной и снаружи более жесткой пружиной. Единственное, что мне не нравится в этих амортизаторах, что не такой длинный ход, как хотелось бы на самом деле. О наружном виде здесь говорить что-то, наверное, сложно, потому что по существу ничего не изменилось. Немножко поменялись формы бака, но они очень сильно похожи на ту модель, которая производилась изначально 10 лет назад. Также хотелось бы видеть небольшие изменения дополнительно, но решение по этим изменениям почему-то не было принято в положительную сторону. Неплохая фара, достаточно объемная, большая, но светодиодки ей не хватает. Уже давно бы пора уже переделать на светодиодную фару, как поворотники, так скажем, так же и с освещением. Поэтому дополнительные расходы с покупкой диодной лампы или ксенона все равно остаются. Также мне никогда не нравился
вариант изогнутой, сильно изогнутой ножки переключения передач. Она постоянно, от нее есть дополнительный звук, постоянно вибрирует, такой он как холодец этот механизм. И меня это очень сильно удивило, что много кто жалуется на ножку переключения, и все равно ее не переделали, оставили такой, как она есть. Особенно если вы, например, там 1,80 м или чуть больше, у вас большой размер ноги, переключаться вам не совсем удобно. Хочется как-то ее грамотно подстроить. Хочется, чтобы вот эта часть, подножка водителя, была чуть-чуть ниже. Она, кстати, здесь складная. А сам механизм переключения передач, ножка переключения передач, была чуть выше. Здесь есть возможность компенсации, но если вы поднимаете переднюю часть выше, задняя уходит ниже. И наоборот, то есть не хватает высоты изгиба. Вот в этом вся проблема. Плюс то, что при падении часто отламывает либо переднюю, либо заднюю часть. Хотя в последнем поколении сделали ее потолще, для того, чтобы можно было, если она согнется, выгнуть обратно при нагреве. И это работает. Но вот все-таки угол атаки самой ножки переключения, его не хватает. Либо нужно чуть-чуть ниже бы опускать непосредственно саму ножку водителя. Но тогда нет возможности переключения передачи. То есть замкнутый круг. Не знаю, есть ли смысл говорить о 172-м моторе. Я думаю, с ним уже давно все понятно. Один из самых надежных атмосферных моторов на сегодняшний день в китайской индустрии. Имеет большой ресурс. 21 лошадиная сила полноценная, которая с легкостью тащит эти 110-112 килограмм вообще без всяких вопросов, потому что мощности крутящего момента достаточно в этой конструкции. Также, наверное, расстроился я тем, что могли бы также в этот бюджет установить бы уже 428-ю цепь, как сейчас установлена, а хотя бы 520-ю, а лучше всего 530-ю в этом диапазоне, потому что натяжения цепи дополнительного нету, успокоителя цепи нету, а цепь достаточно не короткая, и вытягивание цепи здесь норма, поэтому поставили наружные натяжители обновленные, чтобы не занимало много времени для натяжки цепи. Открутили ось, подали, выкрутили натяжители, закрутили и поехали спокойно. Очень хорошо, что есть обжим на крепление звезды. Звезда крепится напрямую к диску. Диски усиленные, размеры те же самые, 18-ка непосредственно устанавливается. 3,25 на 18 сзади, и как обычно немного меньше, уже точнее 2,75 на 18 спереди для увеличения ходовых качеств. Много кто пытается рассказывать о том, что здесь система ABS, что она там работает. Я хочу сказать, что да, здесь внедрено что-то подобное, перепускной клапан давления повышенного, но он работает не очень корректно, поэтому на него особо надежды нету. Это все-таки больше не похоже на ABS, это как вспомогайка для торможения переднего колеса. Он работает, но не всегда корректно. Я вообще особо не говорил бы о том, что здесь он есть, или подчеркивал, что это какой-то большой плюс. Толку особо от него нет, поэтому не обольщайтесь. Если кто-то будет рассказывать, что здесь даже есть система ABS, это все рассказ, и толку особо нет. Передняя перевернутая вилка осталась та же самая, слава богу. Мощное нижнее крепление к этой перевернутой вилке, особо вопросов никогда не возникало. Хотелось бы немножко побольше длинного хода бы хотелось в этой вилке, но так как это стрит, вполне, если для городского передвижения, его вполне достаточно, и она работает очень комфортно, вопросов к ней не возникает. Задние амурты поменяли, теперь и задом стало более-менее все неплохо, поэтому здесь вопросов тоже особо не возникает. Нужно было бы, по идее,
открыть и показать о том, что сделали более мощные крепления крышек. Это была тоже проблема. При снятии крышек туда-сюда крепление, которое к баку, часто отламывалось. Теперь оно стало более мощным и, думаю, должно ходить, по идее. Также переделали ножку торможения. Мощно, чересчур мощно сделали прям так. Но зато нога спокойно помещается в эту педальку, не надо ее там ловить, смотреть на нее, и спокойно можно пользоваться. Это огромный плюс. Также немножко беспокоит меня одно всего лишь крепление на объемном большом глушителе, который дает такой приятный звук. Здесь всего одно крепление. Я констатирую факт о том, что при любом неловком там где-то шоркните глушителем или прижмете, вот здесь, в этом месте, будут появляться трещины, и в конце концов хомут этот будет расправляться. Поэтому я бы поставил бы еще один вспомогательный хомут, как ни крути, чтобы в ненужный самый момент он не подвел. По карбу. Карб здесь не стали ставить какой-то там мега дорогой, потому что переточное число все равно не такое большое на колесе, и больше чем там 120 км в час он никаких, ни при каких условиях все равно не поедет. Крейсерская скорость 100, вполне этого достаточно. Это PZ30UL. Последнее время эти карбы, бюджетные карбы, ставят на многие модели, потому что они очень адекватно работают. Механизм сделан очень неплохо, достаточно точно, и особых жалоб на него нет. Да, он не дает возможности нагружать двигатели большим объемом бензина, смеси, за счет чего мотор взрывается. И поэтому здесь при нажатии резкого газа вы не поймете какое-то, что он там резко взорвался и понес вас куда-то. Тогда нужно, кто хочет именно такой эффект, нужно ставить с ускорительным валом или там полноценный плоскодроссельный какой-нибудь Power Racing, что-то подобное, и тогда будет совсем другой эффект. Установили дорогие зеркала с большим вылетом и еще и с удлинителем дополнительно. Очень удобно и комфортно сейчас стало пользоваться такими зеркалами. Механизм ручки газа, переключения, абсолютно все то же самое, ничего особо не поменялось, в том числе и панель приборов, она стала немножко иметь другой раскрас, но позиции по панели вообще абсолютно те же самые, ничего не меняется. Крышка бака, кстати, та же самая, что и очень давно устанавливалась, когда-то она была прорывом китайским, но сейчас это уже все старые допотопные механизмы, которые уже уходят потихоньку в небытие. Вот такой вот интересный продукт. Его все время он востребован, все время его покупают. Особенно те, кто не хотят каких-то непонятных моделей, хотят классический вариант, чтобы был максимально прост, очень надежен и, как ни крути, не имел небольшой вес. Вот эта модель занимает такую вот позицию. По раме вопросов за 10 лет никогда не возникало. Хотя рама стальная, очень аккуратно выполнена, с усилителями, все четко, грамотно проварено, без всяких вопросов. Поэтому к раме здесь вопросов вообще не возникает никаких. Все хорошо, это проверено временем. Также нужно подчеркнуть соломиновый багажник, полноценная платформа, где можно крепить кофр, и он держит и держит вплоть до 25 килограмм спокойно, никаких вопросов не возникает. Нормальный кофр прикрутили, можно подгружать, что-то перевозить, и он будет надежен. Вспомогательный замок имеется, мало кто им, наверное, думаю, пользуется, но мало ли там подвязать, привязать, что-то защелкнуть, всегда будет такая возможность имеется. По заднему маятнику. Задний маятник переработан. На многих легких
мотоциклах мы видим идентичный маятник, он сваренный по контуру, это трубчатый маятник с усилителями внутренними, с проварками, с большими соленблоками с передней части и с высвобожденными передними натяжителями цепи. Очень удобно это пользоваться, очень простая конструкция, достаточно надежная, и пока за последние там 3 года ни разу не услышал, что были какие-то проблемы. Все работает очень даже неплохо. Вот такой вот аппарат. Сейчас стоимость, конечно, не совсем низкая, как хотелось бы получить товар за низкую стоимость, и, может быть, даже кусается, я абсолютно соглашусь с этим, но на данный момент вся китайская продукция выросла в стоимости, и уже нет удивлений, что раньше такой мотоцикл там год назад полтора можно было купить за сотку спокойно, сейчас все выросло в среднем на 25-30%. Для подписчиков нашего канала на YouTube мы делаем дополнительную скидку обязательно. На данный момент на эту модель заводской упаковки скидка составляет 7000 рублей, в собранном виде 3000 рублей. Доставка стоит очень недорого, до Владивостока доезжает за 4000 рублей, поэтому я думаю, что в любой уголок России за приемлемые деньги с достаточно выгодным по деньгам приедет и достаточно недолго. До Владика едет 2 недели, например. Поэтому, кому техника понравилось, кто-то захочет приобрести, пишите, звоните, WhatsApp, Viber, по телефону, без проблем отправим, оплата частичная, не нужно платить всю сумму, очень удобно. Также можно приобрести в кредит. Есть еще цвет, который также люди, которые не любят черный, хотя черный самый продаваемый, еще есть цвет синий, очень привлекательный. Пройдете по ссылке на наш официальный сайт, посмотрите фото. Я думаю, много кому понравится, особенно если хотите, чтобы был яркий. Спасибо, что были на нашем канале. Всем всего доброго. Всем пока.